Летняя деятельность. Они вот здесь что-то под лестницей поломали. После чего у нас как раз стена туда и поехала. А зачем они такого фоскопа? Потом арендаторы все стали мешать песок, и у нас поехали. А вот когда нам заделали снаружи, мы внутри ничего не сделали. Видите, у нас как облезло все штукатурка. У меня, короче, магазин. Облезло, потому что а это что за дверь? Это дверь чья-то. Она просто стоит. Она просто посланена, потому что она пропитает щитки. Я щитки, пишу, которые не действуют. Снял шапку, я делал куда-то стечет откуда-то. Нет. Тут просто парило. Слушай, тут важно перекрыть. Какие-то дикие. А это почему-то деревяшка? Причем это стоит крепко, а та, которая наверху, она шатается. А вот это стяжка. А вот это стальные стяжки. Это страшно просто смотреть. А вообще, пожалуй, не отодвигать. Ну тут все, вон какая. Все. Я такого с трамвайного парка не видела. Трамвайный парк-то заброшенный, мы тут живем.